А что ты как маленький? Куда ты собираешься? Не знаю. Не волнуйся, я нигде не пропаду. А мы без тебя пропадем. Кому ты салон свой оставишь? Меня вот кому оставишь? Внуков своих? Нет, мне Лена, конечно, сразу сказала, что ты сбежишь, но я ей как-то не поверила. Я не сбегаю. А что ты делаешь? Не знаю, я никогда не знаю. Но я знаю, что если я уеду, то Лене будет только лучше. Да не будет ей лучше. Ну, злится она на тебя. Ну, ничего страшного. Позлится, покричит, злость из себя выпустит и простит тебя. Да, ты знаешь, это даже опасно, такую злость себе оставлять. Короче, хочешь ей помочь, оставайся и терпи. Иначе не узнаешь, что такое борщ. Так, и кто же у нас такой борщ? Человек какой-то из 90-х, не знаю, бандит, наверное. По крайней мере, одна жертва у него есть. Куда ты опять вляпался? Я вот думала, ты останешься, здесь щитишь меня, если что, а ты он опять за свое. Ну ладно. Вот в кого ты такая упертая, а? Есть в кого. В общем, пап, если остаешься, давай подумаем, где найти этого борща. Хорошо, давай подумаем. Кто может знать о бандитах 90-х? Милиция, которая их ловила и которых они прикрывали. Не, не знает. Спрашивали. Журналюги, которые на них карьеру делали. Врачи, которые их штопали. Да? Колесников. Колесников в 90-е подрабатывал на скорой помощи. Он мне такие истории рассказывал. Папа, ты гений. Ирина, ты же нормальная баба. Умная, симпатичная. Ну, зачем тебе надо себя продавать? Ну? У тебя хоть какое-то самоуважение есть? Ага. Так когда свадьба-то? Никогда. Этот фиктивный брак не нужен ни тебе, ни мне. Надо по любви замуж выходить. Андрюша, не отвертишься. А это что еще за фифа? Каким ветром занесло в такую глушь-то? Это моя невеста. Еще одна? Здесь служебный выход. Добро пожаловать в отель «Поля Ромашек». Чем могу вам помочь? Андрей Стомин, где остановился? А я вам не обязана такую информацию давать. Тогда просто сдайте номер. Значит, про борща вы никогда не слышали? Нет. Если была такая личность 90-е в Ромашкине, уж совсем неприметная. Не то что Киря? О, да, это лихая парочка. Тупой амбал и худой садист по кличке Гвоздь. Они тут полгорода крышевали. Даже я про них слышал. Петрович. Добрый. Значит, если кто-то убил Кирю, то Гвоздю светит то же самое, правильно? Есть, не хуже. Он же у них головой был. А Кири так, кулаками. Он до сих пор голова хорошо варит, он свой бизнес забабахал. Пивнушка ржавый гость его? Угу. И кое-что еще полулегальное. Он же до сих пор в законе, просто так не отсвечивает. Тогда тот, кто ему мстит, должен быть настоящим профессионалом. Или конченным идиотом. Я надеюсь, Гвоздя ты спасать не будешь? Папа, конечно нет. Надь, ты меня убьешь. Лида в городе. А кто такая Лида? Какая Лида? Это моя бывшая невеста. Ну, сочувствую. Ее батя предложил мне роли. Шикарную, нет слов. Совсем нет? Ну, там есть слова, дай мне договорить. Просто нужно жениться срочно. Да? Да. Ну, а что, у бати крыша едет? Он тебе то предлагает роли, то отбирает, да? Ну, не без этого. Короче, Надь. Выручай. Выручай? Ты же на Ире собирался жениться. Я ей сказал нет. Все.
А что, изменилось? Я не люблю ее. Совсем? Понимаю. Надь, мой последний шанс. И в кино остаться, и вообще. Ну хорошо, давай поженимся тогда. В смысле, ты пойдешь на это? Да, конечно. Серьезно? Да. Серьезно, да? Нет, фиктивно, фиктивно. Да, фиктивно, да. Ладно. Да, ладно. Ну, давай до завтра тогда. До завтра. Чё стоишь? А? С родственниками не помирился? Ну, нет. Дуй в гостиницу тогда. Там Лида. Лида? Ладно, хорошо, пойдем, у меня переночуешь. Конечно, не помнит он, а кто мне мышь в портфель подкладывал. Ни одну секундочку, а ты вообще никак не отреагировала на то, что я только для тебя пошел в этот клуб кройки шитья. Да ты через 2 дня оттуда уже сбежал. А я зато, знаете, все понял, там не сложно, а я одаренный. Потому что ты помнишь, я же тебе сшил такую игольницу в форме сердечка, помнишь? Такое забудешь. А помнишь, чем ты ее набил? Что было по другой теме набил? Стекловатый, да? Потом 3 дня чесался мне мать кокошнику, и я думал, что это сыть. Погоди, а ты ж, по-моему, чесалась, да? Я не чесалась, нет. Потому что у меня это сердечко Ирка выменяла на 2 заколки. Сразу. Ах ты дрянь. Ты мое сердце на какие-то 2 заколки поменяла. Ирка, кстати, тоже чесалась. Ее тоже к кожнику водили. А я знаю, у нас там было офигенное свидание между стоматологией и Коней Ведевическим. Руки чесались, дай Иришку обнять, а? Руки Скажите, где Андрей? Мы сведения о постояльцах не даем. Значит, он живет тут, да? Жил, пока ты сюда не заявилась. Мы уже перешли на «ты»? Ну тогда ты врешь. Скажешь, в каком он номере или мне в каждую дверь стучать? Послушай, что ты до мужика докопалась? Андрей вот совсем не до тебя, он женится. Чушь. Правда. Доказательства. А то, что он от тебя, невеста, прячется везде, тебе это ни о чем не говорит? Но это еще не значит, что он на ком-то женится. Но он на мне женится, так что гуляй, родная. Он на всех женится, но только почему-то до сих пор еще не женат. А ты его очередная, да? Это просто смешно. А ты? А я его невеста. Уже нет. Ну пусть он мне лично это скажет, тогда поверю. Адрес. Алло. Алло, дядя Вась, поздравь меня, я женюсь. Вот этот номер. И на ком же? В смысле на ком? Ну, на Наде, конечно. А Наденька об этом знает? Да я рядом, дядь Вась. Совет вам. Да любовь, ребята. Спасибо. Спасибо. Так, знаете что? Ресторан я вам закажу, мужскую организую. Дядя Вась, вообще не надо никакого ресторана, все, отбой. Будем праздновать у вас, мы же не зря все эти табуретки били. Поэтому собирай всю родственную компанию. Если вы не против, конечно. Да я не против. Да я только рад. Так, ребята, вы куда сейчас двигаете? Ко мне? Дядь Вась, дядь, успокойся. Мы сейчас в ЗАГС едем. Торопыги. Так, разворачивай машину, Надя. Валентина Петровна в отпуске. Да черт, опять. Да что ж такое-то, ну?
Да не дергайся ты, она через два дня выйдет. Здрасте. Здравствуйте. А вы кто? А я к Андрею, я его невеста. Ха! Слушай, ну, если ЗАГС накрылся, давай, может быть, к Гвоздеву съездим. Заодно знаешь, что за борщ такой. Ну да. А знаешь, куда ехать? Знаю, конечно. На окраине есть бар «Ржавый гвоздь». У него там штаб-квартира. Поехали. А вот здесь у нас будет сидеть жених. А вот здесь Надюша. Да. А вот здесь я с Баяном. Угу. А вот сюда посадим мы Петровича с сыновьями. Вот. А вот здесь у нас будет сидеть дед Семен. А подскажите, пожалуйста, а Андрей с Надей часто виделись? Часто. Как только в перерыв съемку, он сразу к ней, в Ромашкин. Вы лжете. Он из Москвы практически не уезжал. И ни про вас с Баяном, ни про Надю я ничего не слышала. Так значит, у вас и близких отношений-то не было. Коли он про родню-то не рассказывал. А вам, родне, он много про своих невест рассказывал? Ну, было. И даже про Иру? Ну, всех-то не запомнишь. О, такую Иру вы бы не забыли. Ой, да было бы кого помнить. Вот вы сейчас сядете в машину, я и про вас забуду. А Наденьку вовек не забудешь. Наденька – душа человек, потомственный соцработник. Она у нас… Хватит. Я все узнала. Всего доброго. Нина, гонишь, Нина, гонишь, Нина, гонишь! Ты дурак, со смаком прибью. Да не ной ты. Я знаю, что нам делать. Я как только тебя увидела, сразу подумала. Этот мужчина будет мой. Гош, а сделай девушке еще коктейль. И чем же я тебя так зацепил? А? Ну как это? Сильный. Властный. Mm-hmm. Харизматичный. Шеф, там этот актер приперся, который постоянно ментов играет. Ну что ему здесь надо? Mm-hmm. Да понятия не имею. Я отлучусь на минуточку. Ты только не скучай. Слушай, это Юля, Пашина соседка, да? Где? Да нет, я, наверное, опозналась. Что я тут делать? Здрасте. Здрасте. А вы Гвоздев? Ну. Ну, все время это кличка. Борщ. Борщ – это… Все говорят. Даже Киреев сказал при смерти борщ. Не знаю, ничего не слышу. А что вы так в лице переменились? Борщ – это для вас не пустой звук? Поссорились мы с Кирей как-то с хозяином кафешки «Крутой борщ». А хозяин этот сейчас жив? А что ему сделается? Только кафешку он больше не держит. Надоело. Антикваром стал. Сысоев? Угу. Я его знаю. Только вот большим его никто не называл. Так что ваше расследование коту под хвост. Вот же мерзкий тип. Согласна. И про кафе он точно врет. А знаешь что? Так съездим. К антиквару? К антиквару. А? Ну что, продолжим разговор? Настроение пропало. Котик, ну ты что такой скучный? Пошла вон. Не до тебя сейчас. Поверьте мне,
Борщ Киреева не убивал. Вы откуда знаете? Ну, потому что он давно мертв. Кто вообще он такой был? Так, секундочку. Вот ваш борщ. Что это? Где борщ-то? Я не понимаю. Это что? Вы что, читать не умеете? Студия «Борец» — best of the best. А Кире и Гвоздь прочитали «Борщ». Ну и дали ему такое погонялово. Прессовали они его, серьезно. Борцов хозяин студии, что ли? Ну да. С гонором был мужик. Не хотел за крышу платить. Мол, меня московские крышуют, им я деньги и плачу. То есть он им вот этой кассеты избывал, а москвичи даже не заступились, да? Приехали. Только поздно. Борцов пропала с ними, жена и дочка. В студии разгром. Пол весь в крови. Вот такая вот история. Мне сторож рассказал. И перед самой смертью только признался. Ну, конечно, боялся. Сторож же видел, как они трупак из студии звукозаписи вытащили и в машину положили. Дай смотришь. Какой? Вон там, вон тот. Вот этот? Да-да-да. Ага. Вот, и увезли куда-то, только он не понял, куда. Что же он столько лет молчал? Ну, что, полиция стала бы его защищать? Ну, а вдруг? Потому что сейчас не осталось ни трупов, ни улик, ни свидетелей. Да. Будто бы и не было убийства в звукозаписи. А ведь оно было. И мы его с вами слышали. Борщ, ты его убил? Да. Но мы понимали весь смысл абсолютно неверно. Ну, а как это можно понимать по-другому? Смотри. Мы это рассматривали как прямую речь. То есть, борщ, ты его убил. Ну, да. Получается, борцов кого-то там убил. Да, и... да, 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 да. Но пленка старая, там человек кричит, и его интонацию до конца непонятна. Поэтому, я думаю, все было так. Значит, ты будешь, давай, борцовым, так? Я буду гвоздем, ты будешь... Я, получается, Киря. Да, так вот. Итак, пришли они, бандиты, на студию убивать бабки. Так? И да. Начали громить студию. Борцов возмутился и кинулся на них. Так, ну на Кире, наверное, кинулся, ну, да, потому что тот был основной кулак. Тот торпеда, правильно. Но здесь гвоздь кричит своему коллеге. Борщ, он предупреждает. Так, Кири это все слышит, реагирует тут же и бьет Борцова. Правильно, не рассчитал свои силы и убил его. Значит, у нас Борцов падает. Падай, Борь. Да не буду я падать, у меня шмотки чистые. Ну, ладно. Давай, как будто упал. Как будто упал, как будто упал. Итак, тот падает, и здесь уже гвоздь кричит своему коллеге опять, но уже со смыслом «Ты его убил!» И получается, борщ, ты его убил! Ну, логично. То есть они, получается, пришли выбивать бабки из него, и тут раз тебе и трупак. Ну да, и хотя бы со жмуром они что-то сделали, но проверить аппаратуру записывающую они точно не стали. Конечно, они просто не догадались, а кто-то ее извлек и сохранил. Да. Только кто, непонятно. Полиция. Но к делу не подшили, а потом запись всплыла. Не, ну полицейские не стали бы мстить. Может, какие-нибудь друзья Борцова? Да нет, друзья бы сразу отомстили. Я вот думаю, может, жена приехала искать его на студию? А там такое. Ну, кстати, я бы стоял на жену. Да, она сбежала с дочкой, и на ее месте я так же бы поступил. Mm-hmm. Да. Борь, ну что, найдешь жену Борцова с дочкой? Постараюсь. Придется действовать неофициально. Спасибо, брат. Ну, а вы чего? В самом деле женитесь? Конечно. А ты как ей предложение сделал? По-актерски как-то? С выпендрежем? Я тебя умоляю, конечно же нет. Вообще ничего не делал. Она сама обо всем попросила. Да, еще неделю за ним бегала, умоляла, в ногах валялась. Я говорю, поднимись, хватит бегать уже. Ну, уже вот это все. Ладно. Надо еще до соседей дойти, еще пару столов взять и сколотить еще несколько лавок, чтобы все уместились. Брат, сколько у нас родственников? Ты даже не представляешь, сколько. О! Сейчас ее приладим, будет крепче, чем новая. А можно я молотком прибью? Мама услышит.
Вы давайте здесь быстро все собирайте, я пойду, пока нас не застукали. Так быстро. Оставайся. Я не могу. Лен, я уже ухожу. Ты погоди. А вы сходите, погуляйте пока. Давайте, давайте. Ты на мальчишка только не сердись. Да я не сержусь. Завидую скорее. Как будто мальчишки у меня папу отобрали. Так это... Может, это хорошо? Я папаша-то еще тот придурок был. Но дед ты неплохой. Общайся с мальчишками. Они тебя любят. Я вас тоже очень люблю. Ура! Мы затусим в тату-салоне! Так вот ты какая! Наденька, разлучница. Вы Лида. Я думала, ты звезда, а ты старуха обычная. Ну, почему же? По паспорту мы с Андреем ровесники. И что с того? Без маникюра, на голове черти что. Что он вообще в тебе нашел? Не знаю, надо его спросить. Я спрошу. Что ты можешь дать ему? Деньги, связи. Любовь в вашем списке присутствует? Присутствует. И я его люблю. И все для него сделаю. Я никого не держу. Врешь. Ты его по бабкам водишь, да? Приворожила? Ну так я отворожу. Да ему в кайф помогать этим бабушкам, рубить им дрова, сарай ремонтировать. Ему все это нравится. Он врет? Нет. Может, первый раз себя мужчиной почувствовал. Человеком. Он гений. А ты его талант на этих огородах закапываешь. Ты это понимаешь? Талант не закопаешь. Надь, отпусти его. Ради него самого же, пожалуйста. Паш, ты Петрушку любишь? Паша! Паш, Петрушку ешь? Я все ем. Юль, засыни звук. Не-не-не. Просто не. Бомба. С наушниками не сложилось. Ну, у них же звук чище. Ну, у меня отит был в детстве, там какая-то острая фаза. Я поэтому наушники больше не слушаю. А я колонки теперь не вношу. Они звук искажают. О, привет, Надь. Привет, Юля. Пашка, привет. Слушай, я тут Паше лекарства принесла, рецептурные. Держи. Это не ему. Сейчас. На. А ты чего так смотришь? Да нет, я просто подумала, не тебя ли я вчера видела в баре у Гвоздева. А кто такой Гвоздев? Паш! Паша! Паша, Паша. Паша, привет. О, привет, Надь. Привет. Смотри, какие. Зацени звук. Ничего себе, какие красивые. Шикарные. Да. Даже не представляешь, сколько они стоят. Мне Андрей привез. Да. Мы еще звонок из клиники ждем. Он договорился, чтобы Пашку в Москве проконсультировали. Все анализы уже отправили. Ты попробуй. Хочешь, я тебе твой любимый трек включу? Нет, Пашенька, я в следующий раз попробую, хорошо? Мне сейчас просто еще лекарства разносить. Пусть вон Юль послушает. Она не послушает, ей не нравится. У нее этот... Отит. Отит. Жаль. Ну да. Семью Борцова я нашел. Ага. Жена гражданская, фамилия другая. Пришлось изрядно попотеть. Ну ничего себе, Борь, ты молодец. Ну и где они? А где они только не бывали. А год назад осели. Где? В Сибири, в райцентре. По болезни женщина. Что, серьезная болезнь? Ну, она сначала ослепла, а вот недавно умерла. Ослепла, умерла.
Мальцева умерла, а год назад ее дочь уехала из дома в неизвестном направлении. Подожди, ты сказал Мальцева? А дочь у нее Юля? Да. Так это же соседка Паши, все сходится. Ты должен ее допросить по поводу убийства Кири. Не могу. Меня отец убьет, но дело закрыто давно. Значит, будет и второе дело. Ее отца убили двое, помнишь? Двое, Борь. В это время Юля уже ошивалась в баре у Гвоздя. Подожди, это точно была она? Ты же сомневалась? Ну да, я к ней как-то сегодня пригляделась, потом развела ее на разговор и поняла, что она занервничала. Ну, какие тебе еще нужны доказательства? Мы не должны допустить второго трупа. Да Гвоздь сам о себе позаботится. У него там куча охранников. Слушай, а если нет? Ну, если нет, значит, он получит по заслугам. Слушайте, не лезьте вы в это дело. Лучше вот занимайтесь свадьбой. Я так не могу. Да, Гвоздь может быть и гад, но он человек. Так. Пока, Борь. Дальнейшее расследование мы проведем сами. Пошли. Эс, стой. Опять я за тебя должен все готовить. Ну, если ты со своей работой полицейским не справляешься, ну, то, видимо, да. Да пошел ты! Уже иду. Так, если Юли дома нет, Паши тоже нет, едем в Ржавый Гвоздь? Да. Хорошо. Юля. Идет. Последим за ней или поговорим просто? Давай посмотрим, куда она пойдет. Я его знаю. Это охранники Гвоздева. Я этого знаю. Куда ты? Да не дергайся. Что делать-то, а? Так, подожди, мы знаем, куда они ее повезут. Садись. Слушай, они нас не заметили. Подождем. Все, гони! Что? Блин! Да застряли, что? Надя! На три! Раз, два! Раз, два, три! Еще раз! Раз, два! Давай скорее! Гони, гони! Блин, сейчас по пятке застрять! Боре, звони, что ты сидишь-то, давай! Скажи, чтобы ОМОН вызвал. Алло, Боря, нужна твоя помощь. Мы их потеряли или что? Где они? Найдем. Да, сынок. Да вы что там придумали? Да где я тебе в Рабашкино ОМОН возьму? Да я и это имею в виду, дежурное подкрепление. Что тебе там подкреплять? Пап Гвоздев взял в заложники убийцу. Убийцу Кири похитил. Вот, на записи есть убийство в 90-е. Андрея осенило, что Киреева убили за Борцова. Да Киреева убила водка. Вы что там, Садрюха, напились, что ли? Да ну тебя, сам справлюсь. Попустили. Куда дальше-то? Нет, погоди. Но они точно в поселке. Не могут они никуда деться. Там поле, там лес. Другой дороги нету. Осталось просто угадать, в каком дворе. Понастроили с заборов. Погоди. Я же здесь Юлю с Пашей видела. Сработало. Ты его только что... Ага, сам охренел. Дай что-нибудь, типа, веревки связать. Откуда я тебя ее возьму? Я же все должен делать сам. Ребят, да я ведь приезжая. Случайно в этот бар зашла.
Да вы права не имеете. Имеем. Ты эту пилюлю собиралась мне в баре подложить? Знакомая сам пользовался, чтобы инфаркт устроить. Разным, неприятным личностям. Ну, чего молчишь-то? А? Я когда про борща услышал, сразу понял, откуда ветер дует. Только вот забыл, что дочка у Борцова была, а я думал, сын. Подводит память. А так бы тебя еще в баре заколбасили. Вы меня путаете с кем-то. Это мы сейчас проверим. Папа. Дурак твой папа был. Не стал бы кабениться, был бы жив. А в нашем скире бизнесе по-другому никак. Одного не сломаешь, все быковать начнут. А вот и третья сказочка для Юлечки. Жила-была принцесса, и она очень любила папу. А ну, дальше мы заходим, срываем с него наушники, хватаем за шкирняк, гони бабло. Гони бабло, козел! А то зароем так, что мама могилки не найдет. Это Киря. Молодой был. Рьяный. Ребят, я ничего вам не должен. Есть москвичи, с ними разбирайтесь. Я им плачу. Вы что творите-то? Слышь, а? Вот тут он взбеленился, схватил какую-то бандуру, на Кирю кинулся. Я, конечно, среагировал, и Кирю тоже. Борщ! Ты его убил! Дальше ничего интересного. Почему полиция не едет? Ну, убил ты Кирю. Тебе полегчало? Наполовину. Ты ведь жив еще? Не дождешься. Нет, я понимаю, у тебя есть полное право меня ненавидеть. Не понимаешь. Ты ведь нам всю жизнь испортил. Мать пряталась. Работу нормальную не могла найти. Даже когда умирала, боялась за меня. Ой, да ладно. Кому вы нужны? Вас никто не преследовал. А вас давным-давно забыли. И мать твоя сумасшедшая. Нет. А если и так, то это ты ее до этого довел. И я тебе этого никогда не прощу. Ну, придется тебя убить. Черт. Помогай, машина сдохла. У коттеджного поселка, там ребят, наверное, бандиты на куски кромсают. Боря, а ты правду говорил про Гвоздева? Нет, блин, мы сериал тут с ним снимаем. Конечно, правду, приезжай. Я выезжаю. Где эта полиция? Боря, что, не поверил? Я звоню 112. Ну-ка, руки в гору, быстро в дом. Пикните или дернитесь, обоих звалю. Вот. Теперь все в сборе.
И киллерша. И сыщики-любители. Сейчас на природу поедем. Нас не убьете? Нет. Это будет несчастный случай. Авария с твоей машиной. Давай, грузи. Ничего, реакция отличная. Не застрелил. Андрюха где? Не знаю. Гвоздев увез их на Надиной машине. Так, вопрос куда? Я так думаю, за город. К обрыву. К какому? Ну, к этому. Там был обрыв, в который Гвоздь скидывал машины неугодных ему бизнесменов. Вот. Ну, типа авария, а сам он не при делах. Я знаю, где это. Поехали. А, да, да. Сейчас. Так. Ну вот зачем ты водилу отпустил? Вдвоем быстрее было бы. Да я его не отпускал. Ну тогда куда он делся? Бог его знает. Свалил, наверное, туз дырявый. Ладно. Это за руль. А этих по башке и на заднее сиденье. Все равно во враге все в кучу будет. Это же не 90-е. Судмедэксперты сразу все поймут. Да на вас полиция за 5 минут выйдет. Не выйдет, наша. Андрей, звезда, сейчас сюда криминалисты со всей Москвы съедутся. Кончай их уже. Полегче. Руки. Держись. Держись, миленький, слышишь? Спасибо тебе, что ты спас меня. На моем месте так поступил бы каждый. Девушка, вам дальше нельзя. Почему? Вы ему кто? Я... Ну все, отойдите, не мешайте. Алло, да, Паш, привет. Надь, мне только что звонили из Москвы, из фонда. Я еду на обследование на неделю. Мне отвезти тебя в Москву, да? Нет, мне даже транспорт организовали. Вон, завтра заедут. Надь, а вдруг я буду видеть? Паш, ты будешь видеть, ты обязательно будешь видеть.
Я верю в это. Все будет хорошо, слышишь? А ты поможешь мне собраться? Я хотел Юлю попросить, но до нее не дозвониться. И да, Андрея тоже. Хотел сказать ему спасибо. Это же все благодаря ему. Да, он замечательный человек. Я обязательно помогу. Я заеду к тебе вечером. Надь, а почему голос такой? Что-то случилось? Нет, все в порядке. Я просто простыл, Паш. Пока, до вечера. Ну как? Царапина не беспокоит? Какая царапина? Которую ты раной называешь? Это пулевое ранение. Официально, да. Но пуля только скользнула по ребру. Всего два шва. Спасибо. Это девчонок с перевязочной благодари. Перевязали как героя. Пластырь бы хватило. Я поблагодарю. А что с разговором? У меня что, выписывать собрались? Ну, неделю же тебе тут валяться-то. А вам что, недели жалко? Так... А, понял. Папарацци ждешь. Герой-актер спас город от бандитов. Чем есть папарацци? Доктор, представьте. Закат. Драка. Выстрел. Я умираю у нее на руках. Она возносит очи небу, и все в рапиде. Классика. Идеально. Эпично. Но пока я падал, я уже знал, что со мной все будет в порядке. Она надо мной рыдала, понимаете? Ну разве не обидно? Обидно. Надя. Что ж ты за человек-то? Все превратишь в комедию, в фарс. На, ешь, отправляйся. Не звони мне больше, понял?